Всем привет! Меня зовут Ольга Тарасова. Я живу в городе Нижний Тагил. Я здесь родилась и выросла. Я благодарна своему городу и всем людям, которые встречаются мне в жизни, за то, что они дают мне силы, вдохновение и возможности развивать свои способности. Я занимаюсь вокалом, пою и сама пишу песни. Мой творческий псевдоним Светаяра. Мой самый популярный ролик набрал 8 миллионов просмотров в интернете. Также я занимаюсь на студии звукозаписи, записываю всех желающих, занимаюсь вокалом с детьми и взрослыми, также работаю с детьми с ограниченными возможностями. Еще я танцую, занимаюсь йогой, занимаюсь различными фотографиями. В общем, я очень творческий и креативный человек, всегда открыта к чему-то новому и интересному. Также я счастливая жена и недавно стала мамой замечательного сына. Я очень счастлива, и теперь у меня открыт совершенно новый путь. Я готова покорять вершины.